Итак, всем привет, продолжаем играть во вторую Call of Duty, Спектр здесь, и... А знаете что? Я тут подумал о том, что не хочу я выполнять задание танковые отряды, я хочу поиграть в главу «Разгром Ромеля». Ничего страшного не будет, если я перешагну эту главу, мне ее все равно придется пройти. Поэтому Джон Дэвис, и задание называется «На броневике». Поехали. Тунис! 43-й год. Тунис, 1943. Поехали. Тунис, 1943 год. Набрав силу, союзники смогли оттеснить группу армий Африка под командованием Роммеля к позиции Марет, полосе обороны в восточном Тунисе протяженностью 22 мили. В январе 1943 года группа армий Африка потеряла свою главную базу снабжения в Ливии. Теперь Роммель вынужден отражать наступление сразу с двух сторон. Его войска оказались в клещах между силами американцев на западе и британскими войсками на востоке. Несмотря на преимущество, союзники должны действовать очень осторожно, поскольку местный ландшафт благоприятствует обороняющейся стороне. Ну, 10 из 10. Так. 10 марта 43-го года. 15.00 плюс 29. Последние несколько дней нам было нечем заняться. Мы просто держали позицию в городе Тужен и ждали, пока остальная часть дивизии подойдет. Похоже, что по какой-то причине фрицы внезапно собрались и уехали в торопях, побросав исправные пулеметы, топливо и боеприпасы. Они, наверное, совсем отчаялись, раз оставили такие ценные на войне вещи. Сержант Джон Дэвис, поехали. Вот и капитан Прайс. Ну что, погнали? Задержите немецкое наступление. У нас с вами задание. Окей. Сдерживаем поганых фрицев. Их тут будет слишком много. Так, аккуратно. До туда я уже не достану, там придется потом вылазить из окна. 60%. Найс. 100%. Мы сейчас будем начинать отступать от Туниса. Из Туниса, точнее. Из Тужены именно. О, вот и броневик. О, фак. Жопа. Ложись. Я понял. Окей. Короче, жопа тут творится, надо валить отсюда. Погнали отсюда. Так. Давай сначала от этих избавимся, а потом по броневику пройдем. Найс. Ну что, броневик, твоя очередь. Вот и все. Все, броневик наш. Кстати, надо Ленфилд на Гевер заменить. Она здесь больше пригодится, чем Ленфилд. Привет, Макгрегор. Ну и где враги? Я слышал, тут еще где-то фрицы орали. Ладно, фиг с ними на самом деле. Ну что, я за пулемет? Покиньте Тужен. Чего ты ждешь,
Ходу на все! Ходу! Да я убиваю, убиваю. Вот и погнали. Да что ты, черт побери, пытаешься сделать, Макгрегор? Просто поворачивай в сторону, куда хочешь ехать. Вау. Макгрегор и Прайс просто лучшие были. Да нифига не удар. Найс. Ага. Ну, потихонечку будем тут убивать фрицев. О. Оп, сорян. Ага. И мы вернулись. Это место мне знакомо, сэр. Поверни направо, прямо тут. Так точно, сэр. Давайте надеемся, что это работает. Спокойно, Макгрегор. Спокойно, Макгрегор, да. Минус. Ну, попутно убиваем фрицев. Найс. Поехали. Мы, кстати, еще сюда вернемся на самом деле. Это мы временно отступаем отсюда. Ой-ой. Да, естественно, они пойдут нас мочить в спину. Пошли вон, тупые фрицы. Да все нормально. Да где? Готово. А вот и они. Они уже в мечети. Это было несложно. И где-то здесь сейчас должен быть переход. О! Найс. Вот где-то тут сейчас должен быть переход на последний этап. Ага. Нихера себе, они тут бомбят. Макгрегор, да не ссы, гони уже. Там ни хрена нету. А, я понял. Ага. А вот и мина. Время побегать, парни. Проверьте боезапас и не разбегайте. Да чё, погнали. Нам надо как бы выбраться из Тужена. What the fuck? Они уже сзади. Зашибись, они там сзади уже идут. Ага. А вот и наши пацаны уже тут пришли. Подождите, отдышаться надо. Найс. Нет, нет, нет. Найс. Они прорвались через нашу тыловую охрану. Мы должны вернуться и выручить наших парней. Слишком поздно,
Бля! Мне конец. Или нет? Не, нормально, я покину этот город. Нифига себе, последний грузовик, вы что, серьезно? Ну, пацаны в итоге остались там воевать. Ну ладно, ничего не поделаешь. Ну, чего? Погнали. Я уверен в этом. Ну что, следующее задание. Так, 11 марта, 8.20, 9 миль к востоку от Тужена, плюс 27. В 6 утра люди из 44-го разведывательного полка были отправлены на разведку в Тужен. Они вернулись и доложили, что в городе не замечено вражеской бронетехники и артиллерии, так что мы выдвигаемся в город в сопровождении танков «Крусейдер». Бригадный командир сказал, что благодаря танкам у нас будет решающее преимущество, но они вполне могут обернуться обузой, если учесть, что в городе очень мало места для маневрирования. Джон Дэвис. Let's go. Контрнаступление. То есть мы возвращаемся в этот город теперь. Тужен, Тунис, 11 утра. Вы слыхали? Оформа надо спать домой. Повезло ему. Ничего не скажешь. Счастливчик потерял ногу. Ну ладно, выберись, если черт мой пустой. Офигенный разговор, да? Капрал Хойт, капрал Ричи. Да. Мы на джеке потрошители едем. О! Погнали, валите. Найс. Ну, потихоньку погнали. Слушайте, а может МП-40 сразу взять? Да, а чё нет? Да. Да зачем она нужна? Кстати, тут есть небольшой ляп в Call of Duty 2. А, не-не-не, нету ляпа. Я не услышал просто фразу. Мне показалось, тут немцы орут про Советский Союз. Они сказали «бритиш». Найс. А вот и зенитное орудие то самое. Точнее, просто артиллерия. Так, захватите вражеский пункт наблюдения. Найс. Он, кстати, этот чувак там лестницу роняет. Ну, если увидели, я только что наводился там на него. Так, погнали. Ой, у нас там пацаны наши дохнут уже. Да ё-мо. Оружие подлетает очень сильно. Да ёб твою мать. Все, надоело, я с Ленфилдом побегаю. Да ё-моё. Давайте зарашим их, что ли. Минус, минус. Минус. Не минус. Кстати, здесь я капитана Прайса не вижу. Вот Макгрегора вижу. Ой, он где-то там был. Ну-ка. Макдоналд, Хит, Комптон. А где Макгрегор? Тут Макгрегор был. В итоге Макгрегора теперь нету. Уничтожить бронебойщиков задание. Ну погнали, ладно. Давайте уничтожим этих бронебойщиков странных. Погнали, пацаны. Так. Ну что, фрицы, погнали. Помните, мы тут бежали, да?
Помните, помните. Миссию назад тут бежали. Так. Готово. Изи. Знаете что? Я тоже могу гранатами кидаться. Пошли вон. Найс. Я, кстати, знаете, в чем еще проблема? Я не помню, какая тут третья миссия будет. Вот, серьезно. Столько раз я ее перепроходил, эту колду, да? А, я, кажется, вспомнил. Там надо будет это, в конце с помощью ПВО сбивать вертолет. Ой, самолеты вражеские. Вертолеты, блин. Да-да, точно-точно, она вроде будет, да-да-да. Минус бронебойщики. Тихо. Да тихо ты, да тихо ты. А я не знаю, откуда они там появились, но... у меня всех тиммейтов разобрали просто. Ладно, дубль 2. Вот, сейчас они на собственном грузовике подорвутся. Да пошли вон. Они вон оттуда идут. Убивайте их, давайте. Еще одна зенитка, да? Это же не Макгрегор. А, это Хендерсон. Голос озвучки тот же, что у Макгрегора. Ну тут на самом деле русская озвучка, она очень дерьмовая. Конечно, лучше надо было с субтитрами играть, ну ладно. Пошли вон. Найс. Все, погнали далее. Тут будут грузовики какие-нибудь? Да вроде нет. Ладно, погнали. Далее с вами ищем бронебойщиков, еще 3 штуки. О, там танк. Да, я уже не помню эту миссию на самом деле, как тут пробегаешь. О, наши танки. Давайте, убивайте его. Найс. Рука провидения или провидения? Провидение. Кровавая Мэри. О! Понятно. Меня собственный танк, походу, переехал. Это было 10 из 10. Ладно, пойдем в этот раз вот так вот, в открытую прям. Блин, я не могу прыгнуть, что спринта нет. О, привет. Найс. Панцер Шрек? Ничего не знаю. Минус танк. Сейчас все будет. Ловите, фрицы. Готово. Все. Еще 2. О, твою мать. Готово. Это было очень жестко. Ну что, фрицы, все, силы кончились, да? Погнали. Минус все танки.
Окей. Я не против. Так. Последнее. Рядовой Рос. Этот дебил мог убежать и в итоге просто сдох, красава. Да, искусственный интеллект тут лучший. Найс. Так, возьмем, пожалуй, теперь Ленфилд. Ну что, последние бронебойщики. Ага. Ой-ой-ой. Мне конец. Ага. Все, погнали. Зачистим это дерьмо, все. На, две гранаты. До сих пор еще не зачищено, да вы шутите, да? Минус. Найс. Это было красиво. Ловите. Минус. Все. Какое теперь задание? Захватите мечеть. О! Ни хрена себе они там окопались. Ну вы помните, да, мы тут уже ездили. Да вы прикалываетесь, да? Найс. Они так и будут идти, походу. А теперь берем им по 40 и заканчиваем с ними. Вашим же оружием, козлы. Это все, что ли? О, Макгрегор. Ага. Передавай привет Ромелю от злых парней из седьмой дивизии. Заходите в любое время, фрицы! Будем ждать нетерпения! Похоже, это последний. А, Деррис? Ну да, это был последний. Так, ну что, погнали далее. Так, последняя миссия в этой главе, 30 марта, 7.20, Тунис, плюс 26. Сейчас все направляются в Тунис. Капитан Прайс говорит, что американцы заходят с запада, и что африканская кампания так или иначе закончится в Тунисе. На корпус Африка сейчас давят с обеих сторон, и им просто некуда отступать. Само собой разумеется, что поскольку ему уже нечего терять, немцы будут биться особенно отчаянно в последние дни этой кампании. Поехали. Холмы Матмата. Ага, сейчас кое-кто умрет у нас. О, Макгрегор, сержант Карвер. Плохое предчувствие. Ставьте предчувствие при себе, лучше смотри на дорогу. Вот и минус рядовой. Найс. Ага. Минус. Ну, небольшая засада. Готово. Ну. Козлы. Все, да? Погнали. Ну, эта миссия не особо интересная, потому что тут надо тупо пробиваться. Так.
Аккуратно. Ну, пойдем, наверное, по этому краю, да? Ничего страшного, я думаю. Ой-ой-ой-ой! Найс, меня чуть не прибили. Поганые самолеты фрицев. Хенкель какой-нибудь. Ну, если что, Хенкель — это немецкие самолеты времен Второй мировой войны. Ящик такой. Так. Пошел вон. Пошел вон. Пошел вон. Найс. Какой дымовой, вы чё? У меня, ой. Тиммейт сам подошел, кстати, под пули. Я не виноват. Я хочу Брен. Тут у моих тиммейтов есть Брен. Но мне его пока неоткуда брать. Неплохо. Да ё-моё. Да. Надо, пожалуй, заходить в это здание. Только с какой стороны, не знаю. А с какой стороны в это здание зайти можно, кстати? Вроде можно же, да? Или нет? А, во, нашел. Блин. Во, вот отсюда можем зайти. Ну, понятно, тут как обычно. Ничего не интересного. Готово. Не, нифига. Вот теперь готово. Брен. Можно мне Брен? Спасибо. Пулемет Брен. Кстати, в пулемете только 30 патронов. Погнали. Вот это уже другое дело, да? Вот это мне уже нравится. О! Готово, погнали. Опа. А теперь вход идет бронетехника. Походу. Если я правильно помню. Найс. Да, там. Джип вражеский. И он еще уезжает от нас. Все. Готово. Блин, патроны к Брену быстро кончаются, я вам скажу. О, фак. Давайте обойдем его. Все, минус. Еще немного осталось добраться до ПВОшки, и миссия будет закончена. О, фак. Ну, не-не-не-не, дайте добегу до укрытия, спасибо. Так орал, как будто в сортир, блин, бегу. Туалетный юмор. Привет, пацаны. До вашего поражения осталось совсем немного. Не успели танки подойти поближе. Хватит... Не хватит патронов на броне.
А вот и Дэвис. Погнали. А вот и капитан Прайс, кстати, по-моему, появился тут. Или нет его? Не, пока не видел. Сержанта Эббота только вижу. Стой, стой, мы еще тут не добили. Найс. Да вы шутите. Боеприпасы к пулемету Брен. Изи. Там где-то враг. Ага, вон он. Найс. И теперь стреляем по самолетам. Найс. Ну, сейчас объем несколько самолетов, и на этом миссия закончится. Как-то они очень быстро, да, падают. Спасибо, Макгрегор. Найс. На этой сложности можно пару самолетов и пропустить. Но на ветеране нет. Все. Молодцы, парни. Берем все. Ищите документы и боеприпасы. Выдвигаемся через 2 часа. Свободные. Вот и все. Капитан Прайс все сказал. Правильно? Правильно. Теперь главное меню. Так. У нас с вами теперь открыта битва за Кан. Правда, Кан... как бы называется Каин, по-моему. Или Кан он называется, я не помню. В общем, битва за Кан. 44-й год, Нормандия, Франция. Или же танковые отряды. Ну, конечно же, танковый отряд. Давайте одну миссию выполним. Хотя... ну... не знаю. Одну, окей. Ливия, 1943 год. Поехали. Одну. Ливия, 1943 год. Британские танки «Крусейдер» уже второй год несут службу в североафриканской пустыне. Танковая война в пустыне оказалась трудной для обеих сторон. Облака песка и пыли, которые поднимаются в воздух при движении техники, значительно ухудшают видимость в бою. Передвижение по песчаным дюнам также затруднено. На просторах ливийской пустыни слишком мало различимых ориентиров. Пушки крусейдеров менее дальнобойны по сравнению с немецкими. Из-за этого союзники вынуждены применять опасную тактику быстрых массированных ударов. Ну, нормально. Итак, 14 января 43-го года, 21:30, плюс 23, Ливия. Здесь, в пустыне, нам пришлось научиться совсем новой тактике ведения танкового боя. У фрицев мощнее орудия, зато наши танки более маневренные. Маневренные, да. Основная тактика стоит в том, чтобы успеть как можно ближе подойти, используя преимущество в скорости, и атаковать уже с такого расстояния, где эффективность их и наших орудий равна. Как только поле боя будет скрыто облаками дыма и огня, жизнь экипажа будет зависеть от умения каждого и немалой толики удачи. Командир танка Дэвид Уэлш. Ну, хотя, может, и 2 задания пройдем, посмотрим. Внимание! Ганцы впереди за холмом! Джентльмены, вы знаете, что делать! Фрицы стреляют! Погнали! Нам нужно быстро вступить в ближний бой! Идем к клинам! Как подойдем поближе! Следуйте с другими танками задания. Я, на самом деле, не хочу их всех убивать. Для меня сейчас главное задание пройти. А, и пулеметчик ведет огонь самостоятельно. Так, вот отряд Фокс у нас. Изи, Фокс. Изи,
Мне, кстати, доказалось, что командир Дэвид Уэлш, вот это вот, который сейчас по радио говорил. Ну, если честно, мне не особо нравится здесь танковая компания. Нихуя. Нифига себе, они там орут, да? А кто ведущий танк? Небесный ангел? Да, у нас небесный ангел. Ну что, погнали? Все. Уничтожьте танки противника. Это походу легкие танки, слышите? Это Панцер 2, по-моему. Это либо Панцер 2, либо Панцер 3. Да, я думаю, это Панцер 2. Ну не королевский же тигр. Тихо. Да, это легкие танки, но почему-то Crusader, вот эти M3 Grand, они как-то слишком быстро умирают от попаданий. Слишком быстро танки взрываются. Броня слабая, наверное. Ну, у немцев танки, конечно, да. Они очень мощные у них. Да все в порядке. Все, последний. Вот и все. Ромель сегодня от нас крепко получил. Он этого еще долго не забудет. Я горжусь вами, ребята. И в итоге два танка осталось живых, да? Давайте держаться ближе к остальным. Все, что ли? Да. Ну, эта миссия была очень быстрая. Давайте следующую. Так, 17 января 43 года, 8:30, Ливия, плюс 25. Корпус Африка отступает к Триполи. Это их последняя крупная база снабжения в регионе. Наша задача пробиться через линию обороны к Триполи, чтобы заставить фрицев бросить свои основные запасы и отступить в Тунис. Для выполнения этой миссии нас обеспечили модернизированными бронебойными снарядами. Тем не менее, нам придется подходить достаточно близко к противнику, чтобы достичь максимального эффекта. Дэвид Уэлш. Ну, погнали. Нам здесь надо только подняться вот в ту гору, вот в ту. И все. Да, надо еще ближе подъезжать. А дальше просто уничтожаем артиллерию, да, всю. И танки противника. И задание будет выполнено. Немецкие танки тяжело бронированы с фронта. Да это легкие танки, ну ладно. Так. 13 танков Панцер 2, да, это легкие Панцер 2 были. И 6 зениток. Ну, погнали.
Найс. Готово. Ну, вот такая вот компания за танки. Минус. Минус. Так, еще 4 орудия и 7 танков. Окей. Минус. Готово. Так, а дальше, наверное, вот сюда надо. Да, по-моему, теперь вот сюда. А, ни хрена. Не, все-таки справа, да, надо было обещать. Ладно, окей, погнали. Блин, погодите. Сюда, да? Да. Фокс-снайпер. Да стой ты! О, погнали. О! Ну, погнали, попробуем. Все, сейчас шерманы американские подскочат. Два пять. Последний рубеж. Найс. Готово. Это во это фронтовая. Не-не-не. Все, готово. Последний выстрел. Нет. Вопрос, как окружать пленных, если никого нету? Ну ладно. Окей. Ну... Мы с вами прошли две кампании. В общем-то, теперь у нас доступно две кампании. Это «Битва за Кан», опять же, и «День Д» уже за капрала Билла Тейлора. Но «День Д» мы оставим на сладенькое, а потом займемся «Битвой за Кан». Четыре миссии у нас тут будет. На этом пока все. С вами был Спектр. Скоро будет финал Call of Duty 2. Спасибо за внимание. Всем пока.